45-я школа станицы Северской не раз попадала в рейтинг лучших образовательных учреждений Кубани. Школа обладает и соответствующей материально-технической базой, а меньше чем через месяц здесь завершится масштабный ремонт. Для сравнения, вот так выглядели коридоры здания в конце прошлого учебного года. А вот такими учащиеся увидят их уже в сентябре. На всех этажах старый паркет заменили на современную плитку, отвечающую требованиям пожарной безопасности. Преобразились лестничные пролеты. Везде заменили старые двери, идет процесс покраски стен. В холле на первом этаже после завершения ремонта расставят новую мебель. Отставания от графика нет, работы завершатся к середине августа.